232 новых случая заболевания коронавирусом подтверждено в Тверской области за последние сутки. При этом на данный момент нет фактов завоза в регион нового штамма омикрон. Рано или поздно он все равно появится, убеждены специалисты. Чего ждать от него жителям Верхней Волжи и как готовиться, выясняла наша съемочная группа. Россия вслед за всей планетой вступает в пятую волну пандемии коронавируса. На этот раз нас ждет штамм омикрон. Исходя из того, что творится за рубежом, про него уже известно, что он более заразен, но с другой стороны болезнь протекает не в такой тяжелой форме, как, например, при Дельте. Это не повод для самоуспокоения, говорят отечественные медики. Нельзя прямо на Россию проецировать то, что происходит в Америке, где привито почти 90% жителей. Мы не можем сейчас сопоставить ее с эпидситуацией в Российской Федерации и делать какие-то прогнозы в отношении нашей страны. Почему? Потому что показатели вакцинации совершенно разные. Если мы возьмем Соединенные Штаты Америки, там привито уже более 90% населения и больше половины населения прошло ревакцинацию и не по одному разу. Попросту говоря, вполне возможно, что за рубежом люди и переносят омикрон более легко, потому что почти все вакцинированы. В нашей же стране до американских показателей пока еще далеко. Например, в Тверской области, по последним данным федерального регистра, прививку от коронавируса сделали около 620 тысяч жителей. Это почти половина населения Верхней Волжи. Поэтому вакцинация – главный способ борьбы с COVID-19. Вакцинация не потеряла своей актуальности. Российские вакцины по-прежнему эффективны. Все случаи заболевания новой коронавирусной инфекции, которые регистрируются на сегодняшний день, они возникают у непривитых людей. А те, кто сделал прививку, заболевают менее чем в 4% случаев от всего количества привитых. Медики отмечают, что скорее всего все больше будет случаев, когда коронавирус станет проходить как обычный ОРВИ. Поэтому всем, кто почувствовал недомогание, надо оставаться дома и следить за состоянием здоровья. Бригаду скорой помощи необходимо вызывать только если у вас несколько дней стоит очень высокая температура, а самое главное возникли проблемы с дыханием. В остальных случаях достаточно просто вызвать врача на дом. Бюллетень-то на работе все равно после выздоровления необходимо будет предъявить.